Сейчас покажу, как пираньи себя ведут, когда нет гостей. Обычно они людей боятся. Вот я подхожу к аквариуму, они уже активировались. Чувствую, что сейчас я их буду кормить. Вот. Ждут прям. Ждут еду. Буду кормить их курицей. То есть кормил их 2 дня назад. Но перед гостями они особо есть не стали. Перед друзьями. Сейчас посмотрим, как отреагируют, когда я... Ой, я испугнулся. Тоже испугал, вот теперь у них состояние испуга. И когда с камерой, они себя почему-то по-другому ведут, видят, что ли, ее. Не понимаю. Хотя изнутри аквариум вроде как отражается. По крайней мере, должен отражаться. То есть ноль эмоций сейчас. Ноль эмоций на курицу. Все, первая пошла. Сейчас попробуют, и они налетят. Все. Сейчас, наверное, опять провод перекусит. Странно, что они боятся курицу. Боятся ножку. Клюет. Им пониже опустить. Пираньи вообще не любят сверху есть. Больше любят снизу. Или вообще посередине. Сейчас посмотрим. Опять я их напугал. Пираньи достаточно пугливые рыбы. Несмотря ни на что. По крайней мере в аквариуме они очень боятся всего. То есть, когда я убираюсь в аквариуме, они вообще забиваются под корягу и бледнеют. Вот сейчас они темного цвета, возбуждены, значит. Перевозбудились, аж челюстями он так делает. И черного, спины вообще черные. Вот если я сейчас к ним руку засуну, у них они побелеют сразу же. То есть будет абсолютно другая окраска. Потому что когда стресс, они становятся светлыми. Что-то не хотят они больше курицу. Они не любят яркий свет, поэтому они у меня живут с одной синей лампой. Нервничают чего-то. Походу она пугается звука провода, когда она его тянет, он издает звук удара, и вот она убегает просто. Вот она без глаза у меня. Когда они маленькие были, у них очень сильно развит каннибализм. Их надо кормить несколько раз в день.
потому что они начинают друг друга есть, а постоянно обкусывают плавники. Сейчас вот уже когда повзрослеем, сейчас уже 5 лет, вот, они, в принципе, друг друга уже не калечат особо. Ну, то есть даже редко, когда увижу, что плавники у них были ободраны. Даже если 2 недели их не кормлю. Вот их можно, в принципе, и каждый день кормить, но они, для них это не очень полезно. Они просто ожиреют и будут вести себя неинтересно. Они просто будут стоять, даже не плавать. А когда они голодные, они начинают плавать. Они даже подплывают, когда ты к аквариуму подходишь, они сразу к тебе подплывают. Типа просят поесть. Поэтому за сытыми пираньями неинтересно наблюдать. Ну, то есть они просто стоят как вкопанные, и все, и не двигаются. То есть вот я им передвинул на середину и провод конец убрал, чтобы нам аквариум не бился. Ну, в принципе, реакции никакой не последовало. Они забились опять. Ну, некоторые внизу под корягой сидят, боятся. То есть руку к ним я могу спокойно засунуть, это не проблема. Сейчас вот они, если есть не будут, я покажу, как они меняют окраску, когда к ним руку засовываешь. Ну давай, начинай кушать. Уже близко подошли, так и ни одна не осмеливается. Просто, честно говоря, вот так с проводом я их никогда не кормил, я обычно залажу рукой и достаю кость. Просто сейчас неохота твою руку засовывать. Не в плане того, что я боюсь, но просто мочиться неохота. Аквариум глубокий, приходится по плечо туда залазить. Потом все это дело капает на пол. Ну, то есть надо либо с собой полотенце брать, вытираться. Целый геморрой за этой костью залезть. Ну, то есть я даже рукой не достаю, даже если по плечо. Я еще беру ножницы и ножницами подцепляю. Как плоскогубцами. Ну все, походу они это есть не будут. Ну то есть будут, когда в себя придут. Ладно, сейчас покажу, как руку туда засовываю. Вот сразу реакция их. О, вот реакция, они бешеные становятся. Это я руку еще даже не сувал, только поднес ее к аквариуму. Они уже, они на камеру также реагируют. Боятся ее почему-то. Ну, да сейчас руку к ним засуну. Так, как бы мне это показать-то? Ну, в принципе, вот. О, слышите звук какой? Не знаю, видно, что у меня рука там. Сейчас попробую прямо к ним туда засунуть. Идите сюда. Слышите звук? Это они так бьются. И какие он клубы мути поднимает. Они боятся. Боятся. Вот так вот. На еду вообще никак не реагирует. Если они мне откусят руку, то это будет первое видео с откусанной рукой на YouTube. Кого покусали пираньи. Ну, хотя есть виды пираньи, которым руку не засунешь. Вот это натари пираньи. Семейство натари. То есть они пугливые. Хоть и хищные, но пугливые. Вот, ладно, все, больше не буду их мучить.